Первым делом мы хотели бы поблагодарить с Юка всех болельщиков, которые болели за нас в России, и всех болельщиков, кто болел сегодня здесь на катке. Спасибо им за то, что выдержали вместе с нами этот холод. Вот, болели за нас, поддерживали. Большое им спасибо. Ну, мы с Юка сегодня сделали все, что могли. Мы довольны тем, что сделали все элементы. Немножечко не хватило, как говорится, перформанса. Ну, ничего, есть над чем работать. Мы, в принципе, довольны выступлением. Я считаю, что мы были достойны. Ну, как я уже говорил, мы не на скорость бегаем, у нас такой вид, что сегодня ребятам поставили больше. Ничего будет, и наше время. Мы будем кататься еще лучше.